разве обычно все наоборот бывает. Он неплохой парень, если честно. Немного зажатый. Жаль, что он не умеет расслабляться, а? Дарси. Заткнись, я прихожу не сюда не для того, чтобы слушать Аниля. А ты, я тебя тут раньше не видела. Что ты тут торчишь без дела? Может, купишь мне выпить? Давай! Выпей за мой счет. Конечно, налейте даме то, что она пьет. Так-то лучше, надеюсь, ты тут задержишься. Думаю, мы подружимся. Я 200 лет, блин, замороженным был. Да, погоди. Жаль. В какой-нибудь второй части я бы точно мог ей запиндюрить как следует. Я там и в более ужасных ситуациях женщин соблазнял. Я готов тебе предложить куда больше. Мне так нравится. Мне так нравится твой макияж. Ну-ка, дайте я буду за ней следить. Тем более, мне надо спасать детектива, так что я должен думать как детектив и действовать как детектив. Как настоящий детектив, я бы даже сказал. Сын есть. Ладно, неважно. Прицеп это не всегда плохо, правда? Вот, кстати, и прицеп какой-то стоит. Или а будешь стримить Battlefront, когда выйдет? Не. Ближайшие 15 дней я буду 4-й Fallout играть. Разными билдами и так далее. Я детектив. Дурацкий робот меня подвинул. Детектив. Каблуками цокаешь палевно. Фигня, полнейшая фигня. Hey there. I'm busy, excuse me. Где твой мужик? Я буду ждать здесь. За шкафом. Давай вместе скажем ему, что у нас любовь. Да, погоди. Я готов предложить тебе гораздо больше, даже там, где я жил, в моем старом доме, и то кровать лучше. И я еще знаю одну кровать, над которой томат нарисован. Походу, ее нехило так колотит после всего этого барного говна. Ладно. А где ваш сын? Почему ты вообще в каком-то гараже? Что это? Что за дерьмо вообще?
Малыш Пит, это он их сын, по-моему. Она говорила, ни о чем не жалею, кроме малыша Пита. Че он лысый какой-то, они что, химиотерапию, что ли, проводят? Hi there. My friends say outside is smell, but you don't smell at all. Ладно. Вернемся сюда, когда найдем ее мужа. Надо в этом городе днем побродить побольше. Давайте все-таки найдем Ника Валентайна. Я думаю, что многие просят: Илья, ну хватит тупить, игра не об этом, игра про прохождение сюжета, иди найди детектива, узнай, что там за фигня с синтами, где твой сын. Так, а я не могу выше собраться-то. А, нет, могу. Не, ну, блин, опять сделали какое-то гнездилище. На стадионе, да, на стадионе, я понял. Bethesda умеет локации, конечно, делать, которые без... 100 грамм не разберешься. Так, так, информация, карта. Ну, я думаю, что мы доберемся оттуда, из переулка Висельника. Черт уж с ним. Тут уже 200 лет всем подряд лучевую терапию проводят. Тоже правда, тоже правда. Я не задумывался об этом, но ты совершенно прав. Подъемник там, где мэр написан. Чай, я тебя забаню за подсказку. Спасибо. Еще раз. Неужели мне действительно надо было... ехать на подъемник? Мне кажется, там был просто очередной выход из города. Возможно, более подходящий. Пойдем пешочком. Так как там зона боевых действий, то я должен быть готов. Пожалуй, я буду в этот раз стрелять из свагдилда. Из режима скрытности. При подходе к опасной локации. Когда будет пес? Какой пес этот? Где он, кстати? Хрен его знает, он потерялся. У меня был пес. Но он тупит постоянно. Им слишком много надо управлять, контролить его, направлять его на людей, которых ты хочешь убить, поэтому это лишнее вообще, этот пес, в жопу его. Ну, вроде он где-то бегал. Не знаю. Пес ушел. Заблудился, наверное. Это рейдер? Да. Блин, я забыл, что это спиннинг, а не оружие. Господи. Бум. Бум. Что вы делаете-то? Так, это уже не смешно. Вот и пес появился. У рейдеров, кстати, турели на защите зачастую. Я заметил. Отойди от моей собаки, мразь. Никто не имеет права ее трогать. Даже я себе этого не позволяю. Так, кожаная броня для тулочки. Какая-то она ублюдская. Нет, нет, нет. Мне нужен полноценный какой-то такой сексуальный костюм. Сварная рейдерская броня, очки. Сварщик, я не хочу выглядеть как дешевый вонючий рейдер. Вэкстрит Аппарел. Я по квесту иду, надо заставить себя. Я хочу туда зайти, но... Пес, как ты думаешь? Гавкни один раз, если мы туда заходим, и два, если нет.
Так, если он молчит, то тоже заходим. Посмотрим, что внутри, и быстро уйдем. Блин, это случайно, я не хотел шмалять. Тихо. Но это все равно рейдеры, они бы все равно напали нам. Охренеть. Как меня достало. Вот серьезно, как меня достало это говно. Оно меня достало еще в третьем фалаче, но там хотя бы взрывались только машины. Хотя иногда там взрывались машины в метро, внутри метро. Но здесь постоянно бахает все подряд. Я даже не знаю, вот что сейчас бомбануло-то. Гранату ли кинули, это или это очередной холодильник. Сука. Ну ладно, хотя бы все умерли. Твою мать. Отвлекся на секунду всего лишь. Так. Здесь нет нигде терминала. Похоже, что нет. А ведь он бы очень не помешал. Турель застряла. Пес подгорел. Блин, я вот хочу убрать только из-за того, что скуление животных и их страдания меня бесит. Он бессмертный, но он постоянно начинает пригорать, умирать. Весь какой-то крови, говне каком-то. И мне это тут грустнее становится. Ну и местечко я нашел, конечно. Господи. Патрон для гамма-пушки. Oh, а вас тут двое, да? Рикошетиком. Хорошо все? Я могу проверять? Красавчик. Так. Ну, я просто говорю, что это уже ночной стрим, если что. То есть я буду играть максимально серьезно, без херни. Без шуточек и без каких-то лишних комментариев. Вот у меня с утра так бывает. Так, средний терминал. Возможно, это связано с турелями. Спич. Изи. Деактивировать замок. Хотя, что-то тут загрузить можно было. Голозапись. А, это просто на терминале проиграть, понял. Да, если что, меня зовут Виктор Цой, если кто-то сейчас присоединился. У меня была другая внешность. Твою мать. Это последняя шпилька. Фух. Yes. Надо избавляться от этой матери. Чё-то я нахватался вот этого от Гитмана, подхватил дресню от этого самого, от маргинала, и теперь очень трудно избавиться.